Стабильный днем, плюс на термометре открыл сезон весенних вод. До паводка еще больше месяца, а жители Мирного уже бьют тревогу. Невывезенный вовремя снег медленно, но верно превращает поселок в Северную Венецию. Кроме того, дороги микрорайона представляют собой еще одну опасность. Под толщей воды скрываются огромные ямы. А можно вброд идти? Пешком нет. Здесь такие ямы, что можно оступиться в любой момент. Сквозь снег, воду, а теперь еще и ямы. Мария Зиновьева со своей семьей живет в Мирном уже больше 3 лет. И из года в год картина не меняется. Дороги в поселке далеки от идеальных в любое время года. Зимой, чтобы освободиться из снежного плена, Мария звонила в программу телеканала «Север» «Алло, студия». После этого коммунальщики приехали, убрали снег и расширили дорогу. Когда звоню в чистый город, там просто не идут на диалог, там ни трубку не берут, и вообще даже там телефон постоянно занят. Такое ощущение, что они просто снимают трубку, чтобы не слушать возмущенных жителей. С весной количество звонков коммунальщикам только возросло. Снег стремительно тает, а вода начала размывать и без того горе дороги. Под толщей воды образовались огромные ямы. Препятствия с трудом преодолевают автомобили, а пройти его с коляской кажется сверхзадача. По крайней мере, наша героиня на это не решилась. В прошлом году тут вообще ужас был. Тут КАМАЗы заседали, не ездили, не могли проехать. В этом году более-менее чистится, но все равно эту яму бы увидеть, хоть ее как-то объезжать или хотя бы засыпать песком, хотя бы временно. Потому что она с каждым днем все больше и больше вымывается. Впрочем, почем зря ругать коммунальщиков, несправедливо. В Мирном их редко, но видят. Просто их работа, как в той песне, и на первый взгляд, как будто не видна. Вот и сегодня они приехали в поселок, но почему-то убирают там, где это меньше всего требуется. На рабочем месте поймать мастера участка нам не удалось, но по телефону он заверил, что опасной ямой они займутся вплотную. Посмотреть на, почему там эта яма образовалась. Либо там по краям лед собрать, чтобы выровнять место. Если нет, значит, засыпать будем. Работы начали проводить. То есть к концу дня постараемся сделать. К концу рабочего дня мы созвонились с Марией Зиновьевой, чтобы проверить обещанное. Лужа, по ее словам, стала намного меньше. Ямами коммунальщики, скорее всего, решили заняться завтра. Кстати, это горе-дорога в половодье превращается еще в большую проблему, чем сейчас. Топит и ее, и близлежащие дома. Впрочем, паводковый прогноз на этот год специалисты дают более чем благоприятные. Да и подготовка ведется с учетом ошибок прошлого года. Утвержден план противопаводковых мероприятий 2015. Уже прошел электронный аукцион по закупке песка и подсыпке территории от возможного затопления Наринмара. Уже идут заявки от населения города, идут заявки от старост районов, председателей ТОС. Соответственно, мы уже составляем график обращений и планируем возможные места подсыпки необходимые. Кстати, объемы необходимого материала в этом году обещают увеличить. Новшеством этого года станут уровни меры. На территории города будут установлены 2 датчика. Они будут вести постоянный контроль уровня воды. Вся информация будет оперативно поступать в ЕДДС. По долгосрочным прогнозам отдела речных и морских прогнозов гидромедцентра Северного управления, уровни воды в этом году не должны превысить неблагоприятную отметку. По прогнозу, ледоход у нас на Наринмаре ожидается 25 мая. Средняя дата – 27 мая. Самая ранняя была 6 мая, а самая поздняя – 17 июня. Значит, ну, как обычно, ошибка дается плюс-минус 7 дней. Тоже может быть раньше, может позже. Уровень воды 470-530 сантиметров. Средний многолетний уровень у нас 538 сантиметров. Но если вот при таком развитии ледохода вдруг может быть заморозки или обильное, наоборот, снеготаяние, если будут заторы, то уровень воды может достичь 6 метров. У нас неблагоприятная отметка – это 620 сантиметров, а опасная отметка – 670. Так что даже при заторе, получается, у нас будет уровень поменьше. Отметим, что этот прогноз долгосрочный и будет корректироваться с учетом капризов природы. Уточнения придут с началом ледохода в верховье в Печоры. Но, несмотря на столь благоприятные прогнозы, специалисты по чрезвычайным ситуациям советуют жителям подтопляемых районов заблаговременно застраховать свое имущество, а также убрать из погребов и подвалов личные вещи, технику и продукты. Ирина Цепетова, Роман Делимарский, телеканал «Север».